Немного праздничной атмосферы учебе не помеха. Третий год в Иванове проходит муниципальный конкурс «Новогоднее настроение». В нем принимают участие образовательные организации города. Предлагается украсить фасад и территорию близ учреждения. В прошлом году в номинации «Новогодняя фантазия» лидером стал лицей номер 6. В этом году ребята уже приступили к украшению окон. Делиться победой с другими они не намерены. Учащиеся подготовили шаблоны на новогоднюю тематику, изображения на наносят зубной пастой. Чтобы с улицы смотрелось гармонично, все выдержано в едином стиле. Мы считаем очень важным украшать как бы лицей и фасад здания и непосредственно кабинеты для того, чтобы создать настроение у ребят новогоднее, чтобы они проводят здесь большое количество времени в школе, поэтому для них это очень важно. Это важно для учащихся, для педагогов, которые здесь тоже проводят много времени, ну и для жителей микрорайона, которые проходят ежедневно на работу мимо школы и очень радуются тому, как выглядит лицей, и у них поднимается настроение, и они уже готовы отмечать и встречать Новый год.